С вами Шумики, и мы продолжаем проводить игру под названием Гольф. Да, продолжаем играть в этот гольф. Так, у нас два варианта, куда пойти. Это машина, авария, где разбитая, либо космос. Давайте, наверное, пойдем в машину. О, нифига, нам нужно еще... А, я могу сделать так. Хоп. Нифига себе у нас там. Полноценные дороги большие. Блин. А в чем сложность? Бумер. Ну, мы с вами, как вы помните, играем все. Ой, за количество ударов. Не сильно нужно. Да, порядочно. Только, конечно, коробка немного кое-чем ударилась, но неважно. Так, сбей все деревья. Ха. Йоу-йоу-йоу. Блин, нас... Нифига себе! Ну ладно, я хотя бы могу... Машина победила. Я такой, на задние колеса встали. Там-там-там. Положите. Ладно, музыка играет, ладно, сойдет. Пип. Так, тут прохода нету. Ха, звук клоунов. Поехали. Там-пам-парам-пабам. Я понимаю то, что если я сейчас зацеплю машину... Нет! А, да уж. Бам. Ну да, нам нужно просто осторожно доехать до того места. Как я мог? Так оплошаться. Большой баладабум. За количество ударов? 4? Ладно. Раз. Два. Три. Ну, в принципе, ладно, да, здесь можно за 4 удара. Бум! Ну, так все задумывалось, типа, отскочить и попасть. И самое странное. Коснитесь кошек. В чем прикол? А, нет. Прикол в том, что мы играем должны машинами это все делать. Ха. Король котов. Никто не устоит. Корона. Тут их 4. Ладно, последующие. Ладно, если вот это зададут выполнить за несколько ударов, это можно выполнить за 2. Бум. За 2 ударов. Да. А, ну это типа спуск вниз, я понял. Ну, в принципе, как я и говорил, за 2 удара можно это сделать.
взорвите все бочки. Как это делается? Смотрите, скорее всего, от сильного удара. Да, только я упал. Что за фриц? Ладно. Ой, подожди, а могу ли я бочки двигать? А, ладно. Подожди, а где еще была одна бочка? Фейерверк, подожди. А какой я тогда не смог сломать? Странно. Так, мне нужно... Бип-бип. Пронесло. Бомбично. Найс. Три удара. Машина улетела в Хогвартс. Ну ладно, ладно, это несложно на самом деле. Парковка запрещена. Нет, нет. Все. Нет машинам. Нет машинам на нашей стоянке. Ну слушайте, как-то пока что мы легко идем. За 7 минут мы выполнили довольно много. Давайте искать другой проход. Три удара. Ну за что? И почему FPS пропадает? Сразу здесь была бочка. Тут даже можно за два. Бум-бум-бум. За два удара это сделать все. Да блин, почему не пар да пар? Да чё я прав? Сколько ударов необходимо? Мам. Все. Ладно, попытаемся. Ладно, слишком сильно. Мне нужно учиться контролировать силу удара. Уда. Если бы я не зацепил машину, я бы стопудов выиграл. Не... Хорош. Все. Это оно не спускает? Ё-моё. Ладно. Ищем иной путь. Раз. Двадцать. Думал, отскочу и в лунку. Здесь нужно от дерева. Да, ладно. Давайте не сильно ударю. Вот так где-то. Ну все. Это проигрыш. Это проигрыш. Хотя, вот этот удар я бы мог и сделать хорошо. О, идеально.
И сразу обосрался. Наконец-то. Perfect. Отлично. Что у нас по короне? Все бочки взорвать. Накормите луну. О. Ну блин, ну это нужно. А мы увеличимся. Мне нужно все объекты съесть. Да ладно. Все, едим. Нет, я ж не думал, что он вылетит. Давайте тогда начнем с флажка. Начнем по... Короче, нужно с центра начинать, чтобы сразу набрать массу. Бац. Сразу бочку жираем. Лунки эти, горочки. Голодная луна. Да это не луна какая-то. Эта игра есть про слизня, который тоже жрет все подряд. Так, перемещение номер 23. Это эксперимент был взрыв. Мы движемся дальше. Можно? Да, можно. Бам. Там-там-там. Хотя нет, по времени хорошо идет. Раз удар, да? Два удара. Три удара. Четыре удара. Пять удар. Нокаут. КО. Пять ударов нужно. Зато он что-то слабо бьет. Тогда он посильнее, да, бил? Я не долечу за столько ударов. Хотя... Поражение. Классно. Да, плохо то, что он зацепил. Ладно, меня подкинуло. Нужно так, чтобы пролететь. О. Куда? Ты что, не видел? Мне туда нужно было. Я ж... Максимально странно летит. И почему FPS пропадает? Давай без вот этого, пожалуйста. О, боже. Вот это единственное, наверное, что может сейчас мне время покоцать. Именно по записи. А, полетели туда. Хорошо. Отлично. Как я так ударил?
все равно, да. Наконец-то! Спасибо, что рукой зацепился. За просто жопа. Лизончик. Так, я тебя понял. Давайте вперед. Сейчас мы все захватим. Кошаков. Да, че мелочусь, давайте сразу в центр. Ну, даже тебе уже вещи не хватает. Деревья. Все, мой принц. Подожди, а на как... на что это отсылка? Понятное дело, что это на что-то отсылает. Раз. Два. Что? Два удара. Ладно, здесь хотя бы не нужно по количеству ударов. О, это игра за кошаков. Никто не устоит? Ай, ай, нихера, где кошак был? Да, как что-то FPS вообще падает. Машина улетела. Блин. Так, вот это вот прикольно, но сложно. Знаете, нужно вперед и резко назад ехать. Да ёлки-палки, это сложно на самом деле. Ух ты ж, ё-моё! Теперь все это дело не зацепить. Вот об этом вот я и думал. Тихо. Хорошо. Видите, здесь физика разная. Ай-яй-яй. Они еще как-то странно едут. То есть они не очень ровно все это делают. Так, да ладно. О? Банан. Хочу шоколадку. Ладно, не дают шоколадку. Как-то здесь многовато, да, уровней? Проехать по трассе. Ха! Прикольненько. А могу я просто... Ау. Вы хотели сказать, мне нужно ехать по трассе? Нет, нет, нет. Какая трасса? Подождите. Тут ничего о таком не говорили даже. А, я что-то засмотрелся на кошака.
Ага, отпускать тоже нельзя. А так, кошаки меня не трогают. А конусы тоже меня не цепляют. Меня в основном цепляют только... вот эти... А, прикол в чем? Кошаки меня не цепляют, запомню. Птички! Birds. Сбей флаг. Ого, улетим. Я улетел за карту просто. Нашел. А прикиньте, проехать с такой... Да елки-палки. Заманил. Нет. Взрывная пушка. Мне кажется, мы в этой серии только... Нет, ладно, мы до космоса дойдем. Как-то до космоса мы дойдем. А, да ладно. Нужно успеть, пока я... Ага. Короче, еще мало времени подумать, как все это делать. Да ладно, еще за количество ударов. Ладно, здесь нормально. Да ладно, ты не доехал. Это легко, потому что он не очень сильно летит. Победи овцу. Ах ты сраная овечка. Да нечестно, за мной. У меня это ж. Тупая овечка. А, гольф лучше. В смысле, подожди, а как. А чем я достал? Типа, я победил. Но непонятно, как я это сделал. Машина. Мне вот это интересно, как заполучить. Окей. Мы еще нажали одну кнопку. 23 минуты. Ну, ребят, я говорил, что хотя бы по 2 секции мы будем делать. Поэтому... А, в доступе закрыто. Поэтому... Да будет космос. Нифига себе. Вау. Космические коровы. Космос. А, так я еще могу бить. Тогда делаем просто так. Не сильно, чтобы по ее же слою. Так, последний рубеж. Идем дальше. Пад. Количество ударов. Один удар мне нужен. В принципе, если вот так правильно рассчитать. Он должен... Ай, блядь, он летел просто даже. Мне нужно так, чтобы он... Отсюда вот отскочил. От этой части Марса. О-о-о-о-о. Ну это лучше даже.
Сбей флаг. Вы сюда. Вот так. Испытание пройдено. Ну, типа, от одной планеты к другой там увеличивается ихний, как он называется. Неважно, ладно. Куда? Куда? А куда он улетел? А, я не должен еще и касаться земли при этом. Ни хрена. Сложность в чем заключается? Контроле. Контроле этого. Нет, нет, нет. На самом деле это довольно сложно. Мне нужно на этот встать, я понял. Луна мне уже говорит. А как ты надоел, причем так долго? Игл. И вот, если вот это сейчас будет, это будет вообще жопа. Дай мне спутник. Три раза. А, ну все. Ладно. Значит, мне казалось, что это сложно. Сбей флаг. А, мне нужно не касаться всего. А, не, нормально. А в чем сложность? То, ладно, если бы до планеты даже нельзя было касаться. Я понял бы. Так, сколько там всего их? 5. Кит. Небесный кит, да ладно. Ну, слушайте, почти за один удар. Почему мне это не радует? В далекой галактике. А знаете, почему мне это не радует? Потому что я сейчас понимаю, что мне придется потом либо вот это, либо то проходить. Ты звезда. Проходить за количество ударов. Ой, боже, он... за один, и он еще плюс вращается при этом. Так, ладно, вот это я понял. А и все, да. Угу. А, то есть я контролирую его. А, все. Пронесло. На корону что у нас? Что, за один удар? Изи, просто perfect. Вот правильно написали, perfect, perfect. Идеально. Ну а здесь всего лишь 5 их. Так, я слышу НЛО. Бам.
почти за один удар. И звезда Хаустон. Ха, вот это что? Так, ладно, здесь нету, это с... Сбей флаг. Вау! Блин, понимаете, дело в том, что мяч тоже уносят пришельцы. Остросферу. Ладно. Нормально. Испытание пройдено. Хотя бы сейчас пришельцы не украли мой шар. Красный гигант. Типа, я сначала... Ладно, что имеется в виду? Все, нужно съесть. Это, знаете, быстрее похоже на Агарио. Есть такая игра, где нам нужно жрать более мелкие. Пока и спасибо за гольф. Так, у нас там остается вот здесь вот люди и еще тут что-то. Смотри, там уж какая-то спортивная локация. Вот это я почему-то сомневаюсь, что здесь. Здесь придется закалечить. Хьюстон! Хьюстон, у нас проблема. Это космонавт. А, нифига себе. А в чем здесь проблема? Здесь я просто за то, что здесь будет проблемой количество ударов, скорее всего, по той планете. Нет, даже здесь. А, ну да. Два удара. На самом деле, два удара будет достаточно, хотел я сказать. Почему? Линия ведь полета была нормальной. Ладно. Идеально. Новая на корону. Что? Серьезно? Да ладно. Как вы вот это представляете? А, хотя нет, ребят, я соврал, это легко. Это довольно легко, это можно за один удар даже сделать. Ау. Окей. Да, он уменьшает количество ударов. А, все, даже за один. Корона. Так, все, мне, по идее, там проход должен был быть открыт. Сори, космический кит. Бац. Бац. НЛО. Так, у нас остается с вами летающая тарелка. О, это же из Рика и Морти. Слушайте, это отсылочка. Это голова, которая прилетала, чтобы смотреть, как люди танцуют. Подождите, это разве было в Рик и Морти? Доступ разрешен. Не, это головы из Футурамы. Я не помню, или Рик и Морти, или Футурама. Это, кажется, Футурама, когда они, короче, приехали и... Бендер, да, кажется, танцевал, они такие, вау, вау, вау. Или нет?
Блин, я помню, это в мультфильме какой-то было. Ладно, погнали взламывать. Привет, мяч. Давай поиграем. Ой. Давай. Здесь в чем загвоздка? Ладно, ни в чем. Ой-ой. Так, короче, мне просто сюда нужно, да? Ну, здесь сложности не возникнет. Здесь, в принципе, если ровно ударить отсюда. Отсюда, я сказал, да. Пожалуйста, так, останься, не уходи. Стоп, стяпит, стяпит. Сори, мне придется взламывать тебя. То, что здесь есть отсылка, это прикольно. Ого. Гольф, примечание номер 26. Очевидно, я не играю в гольф. А если я дамся? А, нифига себе. Слушайте, ну давайте, типа, я новую лабораторию оставлю на следующую серию. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.